Всем привет! У меня сейчас утро, 7 часов утра. И как уже из названия видео вы могли понять, сегодня я еду в Эстонию. Сниму для вас эстонские дороги. Будет у меня две разгрузки в Эстонии. Одна в Пярну, а вторая в Таллине. Пересек я границу Латвии с Эстонией. Уже еду по Эстонии. Thank you.
Варну я разгрузился, и теперь я еду в Таллин. По дороге остановлюсь где-нибудь на заправке, надо будет сделать паузу, а затем продолжу свой путь. Я разгрузился. Камера как-то странно то снимает, то не снимает. Что-то уже не помню, даже начал рассказывать, как в прошлый раз ездил. И смотрю, а камеру и не записывает. Turn right on Golyadi MNT. Теперь 5 часов ехать до Риги. Придется еще одну 45-минутную паузу делать. Сколько уже ездил в Таллин, ни разу не было, чтобы 10 час не брал. Все время десятка уходит с Риги до Таллина и обратно. Выехал на шоссе в сторону Пярну. Дорога сегодня не особо сильно загружена машинами. Хотя тоже был ремонт. Несколько минут стоял в пробке. Время сейчас 13:30. В Риге буду в районе
7 вечера. Расскажу немножко поподробнее о разгрузках сегодня. Первая была в Пярну. Доставлял груз в частный дом, 2 палета. Палеты не тяжелые, там что-то, бумага, что-то такое было. Клиент сам помог завести на Рохле эти палеты, куда нужно. А в Таллине уже там подъехал к рампе. И с рампы ребята разгрузили электрической Рохлой. Все быстро, ничего нигде не ждал. Разгрузили. Пошел за документами, забрал документы. И сразу поехал обратно. По дороге сюда тоже делал паузу, заезжал на заправку. Как будем мимо проезжать этой парковки, где я обычно останавливаюсь, то запишу это на видео, покажу вам. Если кто знает, где можно припарковаться на грузовике в районе Пярну, чтобы сходить прогуляться на пляж. Если кто знает такие парковки, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот думал на обратном пути в Пярну где-то остановиться, сделать 45-минутную паузу. Но вроде по карте так посмотрел вблизи дороги, вроде ничего такого нету, откуда можно было бы добраться до побережья. В Польше очень много таких мостов. Это мосты специально сделаны, чтобы животные могли с одной стороны леса переходить на другую. Если обратили внимание, сверху там все огорожено. И специально для животных это сделано, чтобы не через дорогу они пытались перебежать. А здесь справа какой-то старинный мост, я так понимаю. Вот приближаемся с вами к заправке OLRX, на которой частенько я останавливаюсь, когда еду в Таллин. И также иногда на ней останавливаюсь, когда я обратно еду. Но сегодня проеду мимо. Довольно-таки крупная такая стоянка для грузовиков. Много места. Еду дальше. Добрался я до Пярну. Здесь сейчас поворот налево и шоссе в сторону Риги. Такие маршруты чем нравятся, как уже неоднократно я в своих видео об этом говорил, то что по минимуму мест загрузок, разгрузок. То есть с утра загрузился в Риге, и вот было 2 выгрузки. То есть в 3 местах были разгрузки, загрузки.
опять же, этот маршрут в Таллин сюда чаще, чем два раза в неделю не получится съездить. Потому что 10 час можно только два раза в неделю брать. А за 9 часов ни у меня, ни у коллег не получалось за 9 часов. Потому что, ну, постоянно либо 2, либо даже бывало 3 разгрузки. Возможно, если бы была бы только одна разгрузка в Таллине. Но хотя и то я сомневаюсь, что можно было успеть. Если выехать рано с утра с Риги, в 3-4 утра, ну, возможно, за 4,5 часа доехать можно. В одну сторону. Машин поменьше будет на трассе. Но обратно, мне кажется, уже за 4,5 никак. То есть хочешь не хочешь, а нужно рассчитывать на 10 час. Теперь 50, уже 8 километров до границы с Латвией. Ну и где-нибудь в районе Айнажева, возможно, или Салацгрива, где-нибудь там сделаю тогда паузу. Строился сзади за двумя коллегами на литовских номерах. Ну и вот так и едем друг за дружкой от Пярну. Заехал, заправился в Пярну на Несте. Евро 23 за литр дизеля. Евро 22,9. Так что в Эстонии топливо тоже подорожало. Давно я не был в Эстонию, давно не ездил. Но разница была приличная по сравнению с Латвией. Там что-то в районе 20 центов за литр. Если в Латвии было евро 10, например, то в Эстонии я по 90, по 92 заправлялся. А тут практически то же самое, что и в Латвии. В Латвии сегодня с утра евро 25,7, по-моему, я заправился. Ну и вот сейчас добавил 3 цента разница за литр. Но говорят, сейчас в Литве топливо ощутимее дешевле, чем в Латвии и в Эстонии. Но пока что в Литву на этой фирме не отправляли. Только по Латвии. Или вот было, что отвозил в Эстонию грузы. Continue straight for 10 minutes to Pernava's Yela. На знаке все хорошо видно, с какой скоростью разрешается движение как легковым, так и грузовым автомобилем на территории Латвии.
Эстонии. В одном из своих видео я привозил как раз груз в магазинчик, который на самой границе расположен. Впереди ремонт дороги. Многие вон по обочине объезжают. Остановился вот в таком месте. Здесь выход на пляж. Но очень сильный ветер, не знаю, нормально слышно или нет. В общем, немножко надо прогуляться. Нельзя весь день сидеть за рулем. Езжаю уже к Адаже. Впереди Балтезерс. In 4.5 kilometers. Exit to Riga, Trasse A2. На карте показано все красным, что пробка. Сейчас проверим, есть ли пробка или нету. Вышла и сразу повернула на пешеходный переход. Ты остановись, посмотри вначале. Нет, сразу поперла. Всегда пешеходам надо убедиться, что водитель их видит и успевает остановиться, соответственно. А то многие, сколько раз я замечал уже и также это говорил в видео, идут или в телефон пялятся, и им все равно. Там даже, наверное, если какая-нибудь оперативный транспорт бы ехал со включенными проблесковыми маячками, со звуковой сиреной,
то, наверное, тоже бы никто ничего не услышал бы и даже не повернул бы в сторону головой. Уткнуться в телефоны и идут. Даже не посмотрят, не повернут голову. Неужели настолько разленились люди? Это же ваша безопасность в ваших же руках. Всякие разные ситуации бывают на дорогах. Бывает, водитель не может затормозить. Поэтому пешеходы, будьте внимательны на пешеходных переходах. Пока здесь ехал, красное у меня все пропало с карты. Или, возможно, это красное было, что пробка со встречки, потому что поток очень большой машин на встречной полосе. И мы с вами вернулись практически на то же место, откуда и начали сегодня. Выезжаю Даугаву по островному мосту. И еду на базу. In 300 meters, use the right lane to exit right. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.